Ну вот, ребятчики. Собственно, а какие еще могут быть... можно не загадать желания, а можно какие... Вообще, что вам хочу пожелать? Как бы так сказать, даже еще могу пожелать в этом наступающем, уже точнее наступившем году. Я могу вам пожелать, во-первых, а почему бы не стать феей? Почему не стать феей? Вот смотри. Вот я переключаю кнопочку. Вот, шикарная игра. Ну, насколько, по крайней мере, мне позволяет, я имею в виду вам показать все это дело. Во-первых, здесь версии. Называется «Универ». Мне это уже... Ох ты ж, блядь. Кресты какие-то, сердца. Что-то мне это уже не нравится. Не дай бог, это какое-нибудь дерьмо, типа котла. Что здесь? Страница. Ну, я уже вижу, что здесь какой-то пиздец. Манна, ХП, что ли? Или наоборот? Да хер их разберет. Я никогда не был феей. Давайте попробуем вместе с вами быть феей. Потому что сия игра называется Уни. Игра фей. Ёбаный рот. Где только это дерьмо нахожу? Вот, блядь, вот мне самому интересно. Вот просто посмотреть себе в глаза и сказать, типа, какого хрена, Коперник? Какого, блядь, хрена? Сейчас я... ну так даже, да? Да, все, хватает. Ох, блядь. Сука, что это? Это какой-то глюченный Майнкрафт? Игра фей. Что, ребячки, легко быть феей? Как думаю, блядь. Не понимаю, что с этой феей. Очень мелкий текст. Вот здесь наверху. Ю, уни, йо. Что, блядь? Я не понимаю, здесь какие-то иероглифы. Он наверху. Кто видит, прочитайте. Я вот не могу разобрать. Так, и вот оно, здоровье их. ХП, только какие-то они очень маленькие. На рисунке они были... Так, отлично. То есть здесь я мышкой не могу управлять. Так. Давай попробуем видео, я не знаю. Пресет ультра. А, ну, видимо, из-за этого ультра пресета у меня. А как, извините, мне... Блядь, дайте мне управление, я не могу. Что это? Так, видео. Эта игра настолько технологична, что... Мой... Во, вроде... Во. Пониже чуть-чуть, ребят. Можно настройки? Нет, видимо, да? То есть либо ультра, либо иди нахуй. Или как? Вот я сейчас пытаюсь нажать кнопку. V-Sync. Дайте мне курсор от мыши уже, пожалуйста. Я хочу чуть-чуть хоть каких-то... О, very high, high, medium, low. Ну, на FPS это особо-то не влияет, если честно. Может, чуть повыше. Спасибо. Спасибо. Так, ага. Видео. А, извините, настройки мыши. Это настройки видео. Advanced options... Ну, суть потому, что я здесь вообще ничего не вижу. Блять, я лучше в этом говне даже ковыряться не буду. Вон мне сколько дают мне. Бог мне дал 43 FPS, во столько и будем играть. Блять, что это такое? Это только что было, что-то так очень страшное. Это какой-то наркоманский Майнкрафт под... Какой-то трип, блять, майнкрафтовский, я даже не понимаю. Так. Вот, medium, low. Теперь мне будет... Не, эта игра слишком крутая, у меня 55 FPS. Ну да хуй с ней. Хотя бы так. Ну, в принципе, ничего и не изменилось. Эти блоки стали крестами, в смысле? Это же были блоки, нет? Что? Я стал выше? Что, блядь? Простите. Что? Я ж только что бегал и прыгал, а теперь я могу летать. Ну, видимо, это только настоящим Что ты такое? Ты видишь, он там сверху? Что там, блядь, происходит? Какие-то буквы появляются. Это есть игра фей?
это со мной феи играют? А где звук? Тут есть в настройках аудио. А где, где аудио? Здесь все на максимум. Где звук, блядь? Так, все, больше взлетать не могу, видимо. Нет, могу. Ребят, я, конечно, понимаю, что феи быть тяжело, но, блядь, такие прогрузки. Ёбаный рот. Ёбаный рот. Что это за волшебная мелодия? Вижу скрипичный ключ. Потом какая-то могила, я не понял, гей, что ли. Видишь, там типа крест, могила и радуга. Верните радугу гею, и мое солнце согреет кресты. Это точно, это могильник, это кладбище. Что это такое? Что это за снежинки? Я не понимаю, что это вообще здесь происходит. Что вот это такое? Какие-то рисунки детские? Какие-то мазюкали, какали-пукали, мазюкали. Я ничего не понимаю, блядь. Может, мне сюда? Так, когда я наверное навожусь куда-то, здесь появляется какая-то царапина, что ли? Ага. Я могу царапать эти хуёвины, но я больше ничего не понимаю. Так, хорошо, я поцарапал её, что дальше? Она пропала, все мои труды пропали, в смысле? Я могу калякать-мазюкать, но я ничего не больше... Может, здесь я могу калякать-мазюкать? Нет? Нет. Фрути. Тути-фрути, какие-то рисунки отвратительные, что это такое? Это лоб прыщавого мальчика или... Вот так улыбка. Только у него вместо рта шарик почему-то. Оранжевый. Это какая-то дресня. Похоже, знаешь, на что? Вот это типа кот, видишь, типа ушко. Вот это два глаза и носик. Сейчас отличу. А вот это фиолетовое брюшко, но он без ног. Котик, но он, ему и не нужны ноги. Он, по сути, плавает, что ли, да, как я понимаю? Что это такое? Так. Блять, что это такое? А, я знаю, это стопорное кольцо. Понял, это я знаю. Я типа, ну, в технике, типа, не в компьютерной, а в такой, во всякой автомобильной, там, блядь, в навозе, в говне, вот в этих тракторах, я не разбираюсь, но знаю, что это есть стопорное кольцо, и оно, кстати, много где используется. Всякие там этих машины, чтобы копаться по локоть в этой фаршмачине, вот так весь, блядь, черный, чумазый нахуй. Лучше дал дедам машину в гаражане, там, за бутылку водки тебе все починит. А если вторую принесешь, вместе с ними еще и нахуяришься. Так, ну, тоже котик, но он шарокотик. Почему это шарокотики? Хотя это больше какой-то грибок, что ли? Короче, это падающая комета на... Я категорически не понимаю, тут какой-то фиолетовый туман начал появляться. Он... А, вот, теперь он пропадает. А, ну это я... А, это дистанция прорисовки. Еще и фризы охуенные, то есть. Вообще 10 из 10. Ребячки, не, в пизду. Игра фей слишком пизду. Ёб твою мать. Сука. Какой то игра? Это какой-то огрызок говна, блядь. Фу, сука. Ну ты понял, что я хотел сказать. Это пиздец какой-то, блядь. Что это такое? Что здесь делать? Create, ей, шай, блять, мэджик, хуеджик, сука, куда мне идти, ёбаный рот, я под текстуры провалился. Что это такое? Что я делаю? Я фиолетовая. Ага, я пробился, я вышел из этого ада ебаного. А, то есть я могу наносить иероглифы, этими иероглифами я проклинаю цветы, я проклинаю растения и разрушаю их. А что дальше? Я не могу прыгать. А, я могу летать. Magic, может, F, G, это бросить. F. Охуенно, я упал. Ну, короче, это какая-то поделка под Майнкрафт, только почему-то без звука. И карта здесь не очень. Вот этот вот зеленый квадрат. Как я понимаю, это же карта. Ну, это на... G бросить.
проклинаю это дерево! Проклинаю это дерево трижды! Пизду-то, блядь, игра фей слишком пизда. Давайте еще во что-нибудь еще поиграем. Эта игра слишком крутая, спасибо. И, блядь, удалите нахуй эту игру из Стима, пожалуйста. Я не хочу ее, даже сейчас ее как-нибудь удалить с устройства. А можно вообще удалить эту игру нахуй? Что это, блядь, такое? Что это такое? Вот можете мне объяснить, что это такое? Давайте во что-нибудь следующую, не в следующую не игру тогда уже. Cat or Bread называется игра. Коль уж, скажем так, сейчас. Вот здесь, да? Так. Коль уж у нас не получилось стать феей, давайте поиграем в игру на названием Cat or Bread. Вот, давайте будем все-таки более разборчивые в этом году и будем выбирать кот или хлеб. Кот, не ешь. Хлеб, подумай. Шапки. Котенок шпана. Так. Ага, ученый котенок. Факир котенок. Новогодний. Давай. О, сейчас Новый год, да, давайте так. А здесь котика больше нет почему-то. Вот этот, который здесь наверху был. А, он уже есть, да? Да, есть. Так, не ешь, подумай. А, типа, хлеб есть нельзя. Можно есть только котов. Ну, видимо, мы здесь за альфа играем. Судя по всему, давайте. Кот. Кот, хлеб. Не ешь. Существует игра Angry Cats, где нужно стрелять котами за рогатки по хлебу. А я могу ее запустить его? Такой. Выберите уровень. Сердце в бутылке, какие-то уголки сердца и что это за... Я не понимаю, что это треугольник, как это хуета, точнее, такая закругленная треугольная. И сердечки, хлебушки. Кот. То есть мне надо нажать три штуки и дальше, да? Это все? Охуенно интересно. 10 из 10. Ты иди в жопу. Полоска очень быстро заканчивается. Вот такой вот кот или хлеб. Так, давайте меню посмотрим. Хочу меню, пожалуйста. Можно мне меню? Шапки. Так, нет, шапки не хочу. Я не хочу кота-бомжонка. Я хочу волшебного котика. Китик волшебный. Так, пошли. В одной из древних пирамид были обнаружены надписи, по которым понятно, что некоторые люди поклонялись хлебу. Охуенно интересно. Сейчас, секунду, чуть-чуть потише сделаю. Просто что-то орёт, мне кажется, игра. Давай так. Хорошо, люди поклонялись хлебу. Второй уровень. Что это? Подумай. Ешь. В смысле? Не понимаю. А в чем прикол? А типа по одной увеличит полоску? А в чем прикол-то? Котик в банке. И сколько здесь должно набрать очков? 1000 могу. Все обнуляется, типа, да?
Ты что? Нахуй интересно. Спасибо. Ешь, ешь. Так, отлично. Существует фильм про кота хлеба. С одной стороны, у него была голова кота, с другой хлеба. Но этот мультфильм не очень популярен. Кота-хлеб. Мяу-мяу. Кота-хлеб. Единственный в мире малыш кота-хлеб. Погнали. Так, здесь у нас остается... Получается, вот эта срань. Что мне надо? Что мне надо? Надо хлеб съесть, я не понимаю. Ага. То есть коснуться кота, но не хлеба. Котом кота касаться можно, а котом хлеба касаться нельзя. Так. Ну, это очень интересно. 10 из 10 просто. Просто 110 из 110. Охуенно, спасибо. Я это просто игру закрыл, и все. Спасибо. Нажимаешь на escape, игра сама вылетает на рабочий стол. Спасибо, ребяточки, за такую охуенную интересную вещь. Конечно же, в эту игру, обязательно в эту игру надо наиграть 100 тысяч часов. Но не сегодня. Ну вот, ребяточки, собственно, мы с вами стали феей. Стали разборчивыми. Что еще нужно? Перестать страдать. Для этого у меня есть великолепная папка боли, в которой что есть? Правильно. Это все гульманы. Ай-яй-яй. Гульманы. Блять. Давайте посмотрим, что это за гульман. Очень увлекательная музыка. Судя по звуку, знаешь, как будто Ишака ебет барабан. И синтезатор. Игра не разворачивается. Да, Alt-Enter здесь не работает. Наверное, здесь только Ctrl-Alt-Delete сработает. Так, Гульман, отлично, новогодний, в розовом своем пиджачке. Идрите его в корень. Блять, да что так все громче и громче игра становится. Она специально надо мной издевается. Блять, как будто кто-то напердел. Да только бежать могу и все, да? Ну, глянь, могу вот так вот вниз. Да, могу за эту игру интересно захватить. The best game ever называется, если захватывать игру. Это сейчас не придумываю, смотри. Здесь вот написано The best game ever. Видимо, разработчики этой игры точно считают, что эта игра лучшая, но, блядь... Кроме них так никто больше не считает. Короче, растянуть эту игру нельзя, с ней вообще ничего нельзя сделать. Как бы её... Захватывать это говно тоже не получается. Давайте попробуем, знаешь, что сделать, короче. Я придумал. Сейчас делаем, блядь, размер экрана маленький. Блядь, Гульман даже здесь меня ебет, понимаешь? Даже здесь он, блядь, мне мозг ебет, падла. Цвета, темы, шрифты, пуск, панель задач. А где, пардоньте, разрешение экрана там? Вообще нету нихуя, да? Насколько контрастность, синхронизация, с чем ты будешь синхронизировать? Параметры экрана, вот. Какой здесь размер окна? Ну, не знаю, там, 1900 на 600, наверное. Ну, Full HD тут явно нет. 1600 на 900, точнее. Так.
Угу. То есть теперь так все стало охуенно. Ну ладно, ничего страшного. Не, мне как бы не жалко. Я поломаю глаза ради вас, ребят. Ну, хотя бы так. Хотя бы так, спасибо. На том спасибо. Так, я не могу больше управлять этим Гульманом ебаным. Почему я больше не могу управлять? Он сломался, видимо. Новая игра. Все, я его починил. Так. Зет, прыгни. Да ты, сука, травишь, блядь. Нихуя у него. А какие красные макосины, Зет, чтобы прыгнуть. Заебись. Может быть, на хэ какой-нибудь присесть, я не знаю. Давай, Гульман. Охуенный зеленоволосый Гульман с... Блять, с... в красных макосинах хуярит. Зет, чтобы сбежать по лестнице. Сука, а обратно никак, а обратно только вот так вот. Кия, сука. А стрелять на что? Ctrl-Alt-Delete, нахуй. Единственная вещь, которую я хочу нажать при... Блять. Да прыгай, ёбаный твой рот. Что-то упал, как будто, не знаю. Так, Z, сбежать по лестнице. Не удивлюсь, если эту игру сам, блять, Гуляев... Сам Гуляев программировал, блять. Сам пердел эту парашу ебаную. Z и вниз, а вниз и Z. Хочешь, прикол, не работает. А, во, работает. Я нашел какую-то волшебную дверь. Так, сюда больше не могу, да? Судя по звукам, реально это... Что C, чтобы стрелять, следить, чтобы оружие не перегревалось. Блять, хорошо, C стрелять. Блять, что творится, нахуй, что творится, блять. Где мое оружие? А, все, вот я вижу внизу полоска. Ёбаный позорище. Ваш здоровье восстанавливается, когда вас не атакуют. Хорошо, спасибо. Блять, охуенное управление. Сука, что вас в рот ебали, блять, эти мыши конченые, я даже убить не могу. Александр Гуляев, блять, что это за хуета комбинация, может, я понял, что можно прицелиться. Сука, судя по звуку, по музыке реально, я тут, блять, музыку реально лично господин Гуляев из своего кишечника в сортире с утра выжил, блять. Сука, говно ебучее. Вазу собрал ебаную, блять. Хуета, я забыл на какую кнопку. На Z прыгать, да? Да, на Z прыгать. Блять, вот это управление через пизду собаки. Сука, чтобы ты так же в сортир ходил, когда захочется посрать, а там, блин, чтобы покакать, нажмите, введите пин-код, который я придумал сегодня с утра. Но тебе, правда, не сказал. Потому что это мой пин-код, тебе не надо знать мой пин-код. Ёбаный пиздичело какой-то. Ёб твою мать. Сука, лучше бы я реально в хлеб или кот поиграл. Щелчь врагов, чтобы открыть следующим. Хорошо, я всех уничтожил. Блять, ёбаный рот, на С стрелять забыл. Да ёб твою, сука, мать. Управление говно. Звук говно. Игра говно, еще больше говно даже сделать невозможно. Если даже специально будешь хотеть сделать говно, ну не получится, говней. Ну, заебись, я только что ногой въебал по... Тихо. Так, Z. Так аж пиздец, я вот постоянно, знаешь, как я страдаю, ты не представляешь себе. Сука. О, кто-то вейпит. Что такое? Что такое? Вас убить надо? А, вы еще по мне стреляете. Блять, ну давай, давай. Сейчас мы тебе на этот артефакт ядрить его в корень. Забьем куда поглубже.
чё, блядь, а чё, а что происходит? Чтобы вернуться атаки. Ну, я нажимаю две... А, он типа дэшится. Он типа дэшится, ёбаный рот. Они сделали дэш. Почему из мышей перья летят из летучих? Блять. Оружие перегрелось. Поплюй на него, поплюй. Ты же капитан разгоряченных стволов. Ты знаешь, что с такими делать. Может, кто не слышал саму историю про почему Гульман такой стал. Потому что он во Вьетнаме, когда гуки нападали, пулеметы плавились у солдат, получается. И он для того, чтобы как-то охлаждать пулеметы, обсасывал разгоряченные стволы, у него, собственно, и медаль дали. Ему, собственно, и медаль за это дали. За обсасывание разгоряченных стволов. Вот, правда, он потерял язык и немного мозга, и поэтому он теперь умеет только говорить только две фразы. Где этот артефакт? Ядрить его в корень, и, собственно, ядрить его в корень, все. А, ну это мы еще посмотрим, по-моему, это еще он тоже умеет говорить. Сука, блять, корявая хуета. Твою мать. Призраки, призраки пришли. А что они носатые какие-то уроды? Губка Боб прилетел, блять, с пылесосом. Крокодил Гена из Вальхалы, блядь, он сбоку, это снеговик. Робот какой-то. И вот эти крокодилы Гены, блять. Спасибо, боже мой, спасибо. Какой нахуй еще раз? Ты что, сука, травишь? Еще раз, сука, да... Сохранить изменения. Спасибо, не хочу я такое больше. Так, а, мне обратно придется размер экрана уменьшать. Вот это красота. Какая красота, слушай, а? Всю жизнь мечтал поиграть в игру говна, чтобы потом еще экран обратно подгонять. Пиздец какой. Боже мой, сука, чтобы еще раз в это дерьмище... Дынь в пизду. Все, хватит. Короче, собственно, вот три желания, да? Побыть тем, кем хочешь. Стать тем, кем хочешь в этом году. Быть разборчивым. Сука, главное не быть Гульманом, не обсасывать разгоряченные стволы. То реально можно потерять речи, много мозга. Или немного мозга. Пиздец.